Артем, поздравляем тебя с возвращением в Минское Динамо. Спасибо. Не прошло и 5 лет, как ты снова с нами. Как ощущения? Прошло только 2,5 года. Ощущения самые приятные. Какая-то ностальгия, хоть не так долго отсутствовала, но ностальгия присутствует. Ну, ощущение, позитив, только позитив. Рад вернуться с отпуска. Сегодня ты вернулся на Динамо Юни, когда-то здесь, 11 лет назад, ты играл против Минского Динамо. Сейчас стадион поменялся, совсем другой, что можешь сказать? Ну, это тоже приятное воспоминание. Ну, как приятное воспоминание? На тот момент не очень это было, но когда вот приехал на стадион, очень неплохо, очень уютно стало, совсем все по-другому. Чуть-чуть доделать, раздевалочки, там, зал, и вообще будет классно. Как синтетика? Для зимы вообще идеально. Как команда? Много новых ребят, понятно, то, что поменялось 95% состава по сравнению с тем временем, когда ты играл. Как ребята вообще? Как и коллектив? Да, как бы команда может быть новая, но все люди знакомы, то есть все до единого. С кем-то на поле, с кем-то вместе играли, поэтому ну, ты возвращаешься, как будто никуда не уезжал. Ну, тем более ты с первой тренировки уже как будто свой. Ну, конечно. В этой команде. Конечно. Ну и напоследок болельщикам. Любимый футболист вернулся. Болельщикам, ну что, ожидаем интересный сезон. Болейте за нас, приходите, по возможности, конечно. И ставим самые высокие задачи, будем их достигать. Yeah.